Всех приветствую. Сегодня у нас 31 декабря. На улице оттепель. Уже плюс 3, наверное. Там плюс 1 было. Всех с наступающим Новым годом. А я решил вот поглядеть, что тут у нас с пчелами. В эту оттепель. Потому что, когда было у нас вот 14 мороза, 10, прошел по улице, гляжу, везде и не в летках. Был сильный в верхних, а в этом вот улье почти не было, и пчелы еле там шевелились. Это я послушал, не слышно их совсем, наверное, пропали. Сейчас посмотрим, что в улье. Здесь вот улей у нас три рамки зимуя, они сидят там, слышно, я вот постукал, ничего так, гудят, это шевелятся, живые. А это было в этом улье немного, ну как немного, нормально пчел, 8 рамок вот я подписывал, восьмерка, точка сверху, это не точка сверху, это я обозначал края гнезда точками этими. Получается, что 8 рамок от гнездо было, и они не это, можно сказать, до Нового года даже не дотянули. Это вот мороза были 10-14, и эти мороза они пропали. Взял сразу ведро такое двухлитровое. Думаю, может, подмор будет, сюда соберу. В остальных ульях покуда сидят пчелы. Здесь три рамки. Если будут зимой мороза, не знаю, может, и не перезимуют. Ну, еще у меня есть 1, 2, 3 семьи вон где доски стоят. И вот 4, 5, 6. А это вот седьмая три рамки, и восьмая пропала. Девятая еще была, вон в этом вот в желтом улье на конце шпателя видно. Они пропали по осени. Ну как пропали? Стали летать с этого вот желтого улья и в этот. Я думал, воровство, ну обычно, наверное, клеща много было у желтой семьи. Когда много клеща, они слетают с гнезда. Как я заметил, это уже не первый год, когда не усмотришь, да клещ остается в семьях. То слетают, бывая, о, радом улья два стоять, и с улья в улей переносят корма и сами прилетают в эту семью. То, что по осени там осталось три пчелы всего, что не слетели. А остальные все слетели в этот. То, что они так эффективно летали, там ни борьбы, ни воровства, ничего не было. Они просто переносили свой корм в этот улей, к этой семье присоединились. Тут семья сильная была. Будем надеяться, что перезимуя. Так что, если кто-то думает, что пчелы слетели осенью, ну это если рядом пасеки есть там, так могут еще, может, также таким способом перелететь в более здоровую семью. А у меня рядом улей, пасеки тут, наверное, километр-полтора, ну километр где-то, 1,8 м даже от меня есть, то туда они не полетели, а видно было с улья, в улей летали, 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 воровства не было там, не бились, ничего, и сюда перелетели. Когда уже корм вынесли, уже тут остались они полностью. Один год у меня вечером иду, а в улей пчелы откуда-то лезут, в одном бились сильно. Оказалось, я проследил, откуда они летят, они летели тут у соседки, сел рой на яблоню. И с этой яблони, это трой вечером, прилетел на мою пасеку, и зашли пчелы. Тут вот улей стояли рад, вот видно, один улей оставь, тут вот рад. И тут. Так в этот улей лезли, тут вот улей был, где голубика сейчас лезли. Потом тут пару семей лезли, и только в одной бились, как мне сказал пчеловод старый, это бились там, где матка пошла в улей. Где пчелы без матки просились в улья сами по себе, то туда их пустили с кормом. Рой же он с кормом идет. Пустили. А где с маткой в улей полезли, видно, и матка полетела, то перебили их там всех, и на улице так и остались. Ну а те пчелы, что с этого роя, что прилетел, что без матки пошли в улья, еще где-то три улья, то их пустили и приняли. Можно сказать, рой не пропал особо. Там, где в улей этот рой слетал до матка, видно, с роем пошла, то это... Может, какая литра была перебитых
А остальных там где-то литра три пчел так пошли по соседних ульях. Такая вот ерунда. Кто с таким сталкивался, так будет знать, а кто не сталкивался, так я расскажу. Рассказал. Это улей в том году покрасил. В нем сидела семья безматочная, так и пропала. Все, это и надо красить. Но тут где-нибудь пчелы сидят. Так что покуда не это, в этом желтом можно, кстати, красить. Тут пусты. В этом, покуда пчелы, не перезимуют, так покрашу тоже. В том синем они не сводились николи. Некогда и покрасить его. Надо уже перекрашивать уже. 5-6 год стоять на этой краске, даже и больше улей. Ладно, будем нашу цель сейчас делать. Открывать улей, смотреть, из-за чего пчелы пропали. Покуда камеру поставлю. Снял крышку. Сейчас выкидаем утепление отсюда. Можно его в соседнее улье положить. Ладно, покуда под навес кину на бровны. Вода сюда не забиваешь сейчас. Потом приму, только ты будешь ползать, загрязнить. Вот наш улей запечатанный. Открываем. Не слышно, пропали, короче. Как я их раньше называл в детстве, мольки. Ховаются в ульях, бываешь менями. Моль так. Не моль это, а типа такие мотыльки тоненькие, крылышки. Вреда они не приносят, чисто ховаются. Кошка моя бегает рядом тут. Да. Открываем. Глянем, что тут с ними приключилось. Вроде сильная семья была. 8 рамок, при том, что забитые. И кормов их много было. Вот в мороза слышал это вот жменька пчел, что сейчас уже замерзшая. Она тут и гудела. Сейчас глянем. Есть мертвые все пчелы или просто их мало осталось. Осенью. Может, воровки лезли, может, где позлетали. Это никто уже не знает и не скажет так. Что-то камеру надо нам поставить, наверное. Чтобы я двумя руками доставал. Будет что интересное, я покажу. Это сюда. О. Видно, видно. Перегородкой куча пчел лежит. Потолочины принимаю. Эту крышку сюда. Все убрал. Видно, вот с этой стороны пчелы лежат за перегородкой, тут богато троху так. Я их сгребу сюда. Да в эту сторону буду. Что, улей этот решил раскрыть сейчас? Если был мороз, может, я и не лазил, не глядел, но сейчас вот теперь. И вот эти мертвые пчелы. Мертвые пчелы, это я буду просто плесневеть. А там сырость в позе. А нам в улье хоть и пропали пчелы, не надо тут грязи. Так, я их сейчас вычищу всех чисто. Да хай рамки стоят. Убираю доски. О, бляха, чтобы она не залазить. В прополисы налепили. Одной рукой неудобно.
О! Все, опустил. Да, повыше стал. Колесо такое у меня мазовское смазать. Я его положил. И сюда улей поставил. Да, перенес этот улей, он у меня где-то стоял. В той стороне, туда он возле желтого. Я его сюда перенес. В один рад. То, что там под хурму место освобождал, буду тут вот готовлю яму под хурму. Пересажу. Вон хурма закрытая стоит. Пересажу сюда хурму. Голубика тут. И над хурмой теплицу зарублю. То, что мне теплицы не хочется, ну, тебе хурма расти хоть. Типа морозостойкая. Такие вот рамки. Чистые, красивые. Видно, корм лежит, сироп я давал на зиму им. Даже запечатать не запечатали что-то. А вот с этой стороны запечатаны троху, с внутренней. Это наружная сторона не запечатали. Будем глядеть, что тут дали. Мертвых пчел я поскидаю. Надо было стамеску взять, наверное. Потому что этим шпателем рамки немножко вырываются. Возьми стамеску по-быстрому. Взял стамеску, кстати, а их сковырнулся. Ай, бляха, стамеска и рамку покосов. Что это, а вот загребаю, а не за стамеской назад залетаю. Это из-за шпателя. Видно, одиночки. Веточку небольшую я сейчас позагребаю их с рамок. Соберу этот подмор. Он чистый. Еще только-только оттепель нет. Сырого особо нет, плесневого ничего. Семья не это не зиматозом этим. То я их посушу, дозреблю. Может на стойку подмора. Вот видно, весь наш клуб, пятачок, 6 сантиметров диаметром. Может, матки все-таки не было, может, перебирал осенью, да где матку испортил. Все, вот наш весь клуб. Это он, я слышал, мороза и гудел еле-еле. Шевелюсь тут. Весь наш клуб. Пчел немного. Значит, где-то по осени и пропасть. Так, по осени. По осени отошли понемногу. А куда? От клеща или там так, от чего я не скажу. То, что этот улей был. 8 рамок плотные, забитые были пчелами полностью все. Сейчас я соберу этих пчел, глянем, сколько выйдет. Ладно, чтоб долго не затягивать. Переставлю. Побачим, сколько с 8 рамок пчел тут осталось. Да можно и закрывать. Все. Корма есть. Можно сказать, такие неплохие. Остача пчел села по центру. По центру там и корма немного, но это не из-за корма они пропали.
видно вот. Рамка полная меда почти. Спереди тоже мед залитый, но не печатанный. Если бы хороший клуб пчел был, пчел много, то они бы сидели и на кормах, и чуть в сторону. У нас получилось, что клуб сидел вот где-то тут на этих вот двух рамках по центру. Так его пятачок 6 сантиметров диаметром. И все. Вон и пропали, я даже не знаю. Наверное, селени на кормах вот это вот осталось. Только пчел жмень, наверное. Это все пчелы, вот это жмень. Видно, не на корма сели. Того все и обсыпались. Их-то немного тут, но они обсыпались те, что и были. А то выдержал пятачок 6-сантиметровый между двух рамок только еще. Даже на третью сторону не сели. Всего лишь между двух рамок в одной улочке. Все. Жалеть тут не об чем. У нас сейчас рапс садят вокруг по травы эти. Теплицы огуречные тоже по травы. Ольшаны недалеко тут у нас. Так с ольшан мода у всех теплицы. Ну, деньги надо людям зарабатывать. А теплицы протравливаются огурцы эти, то пчелы, может, летают, да и тоже травятся. Видно. Даже литра нема. Это двухлитровое ведро на дне. Я это утрусить хочу троху. Всего лишь пчел. Немного. Грамм 700. Это с 8 рамок. Напомню, что они были забитые. Аж за перегородкой даже сидели. За перегородкой. Это, я думаю, покуда переработают, там им сироп я давал на зиму, все, то покуда переработают, немного отход будет. Как раз на этих 8. Сколько тут? 3, 4, 5, 6. Да, на 8 рамках на зиму пойдусь. Плотно так. Ну, по осени, видно, пропали. Или перебились где-то, может, с воровками. Может, сами воровали, летали, то их перебили. Ну, на их клеща не было, на этих пчелах много, так что вообще. И не видно на мертвых даже. Где-то воровством занимались. Или они, или к ним лезли. Ну, мед в улье то есть. Значит, особо к ними не лез никто, не лез. Еще вот. Покажу сейчас раз, что у нас тут. С этой стороны не печатаны от доски рамки. Здесь рамка печатана, здесь печатана. Вторая получается. Здесь печатана, здесь упечатана. Третья. И здесь нормально так. Видно, вот клуб сидел. Почему-то дошли до верха, взад даже не двинулись, обсыпались, это жменя. Основные пчелы, что пропали, это остались. Видно, вот тоже рамка четвертая с медом. Тоже видно, вот клуб до сюда дошел. И тут вот клуб дошел, такой маленький клуб был растянут. Ну, а это вот его остача, это клуба растянута. Сюда и сюда, все. Матки шукать не буду я искать, шукать по-белорусскому. Наш язык так. А вот и матка лежит. Так что и матка была у них. И матку нашел. Поколотил, поколотил. Такая вот матка тоже обсыпалась. Я думал, может, матку придаю. Значит, и матка, и пчелы с 8 рамок. Это матка осталась. Не задавлена, ничего. Только какая-то худая. Ой, упала. Не. Грудинка немного лысоватая, значит, это... Ну, она молодая, ну... Весенняя матка. С весны окроились. Не свежая, я думал, это молодая такая. Может, вывели вдруг. Ну, эта матка будет с этого года. Ну, весенняя. Так что... Матка была... Пчелы с 8 рамок куда-то делись. Скорее всего, что или клещ, или воровство. Ну, клеща не видно вообще. Чтоб даже на дне был. Вон один. Один клещ видно. О.
клещ, ну, на камеру эту не покажется. Вот клещ, тут клещ где-то. И вот, ну, не богато. Если много клеща, то он усыпан на дно было бы тут. 5 клещей. Чего эта семья пропала, не знаю. Коты тут наши воюют, бьются. Черныш с Димой, так. Это его мамка бегает, да? Что? Уже пастеризованная. Кошку пастеризовал. Это... Качаня отражала мне. Гоняя. Ладно, буду заканчивать. Еще раз всех с наступающим. Всем удачной зимовки. С пчелами. Всем всего хорошего. В следующем году. До свидания.